Вот так зигуя, выкрикивая приветствие нацистов, день 22 июня, годовщину начала Великой Отечественной, отметили в одном из музыкальных клубов Киева. Назвали происходившее фестивалем расово-чистой музыки. Подобных фестивалей после событий весны 2014-го на Украине больше не стесняются. Вот, скажем, песенка с речитативом «Дед мой был вояка с Галичины». В качестве припева все то же. Зиг Хайль. На киевском фестивале нацистов солировала группа с названием, в переводе на русский, «Адский бродобрей» из города Николаев. Известная тем, что сочинила песню про жертв Холокоста, назвав убитых людей кусками мыла, с издевкой напоминая таким образом о чудовищных экспериментах в Третьем Рейхе. Безнаказанность неонацистов на Украине только со стороны кажется временным помрачением ума, которое касается в основном маргиналов. На самом деле это результат систематического разрушения ценностей и промывания мозгов всему обществу со стороны заказчиков информационных вбросов. Они по традиции активизируются к памятным и для Украины, и для России датам – 9 мая и 22 июня.